Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос довольно коротенький. Как объяснить маме, что я могу приходить ночью домой после гостей ресторана? Мне 35 лет, но она, к сожалению, этого не понимает. Скандалы постоянно, что все гуляют не больше 2 часов. Мама уже в возрасте, ей 70 лет, маразм крепчает. Ну, я думаю, что дело здесь, конечно, не в маме, не в ее маразме. Вот, потому что, ну, 70 лет по нынешним, так сказать, реалиям, это не сказать, чтобы прямо очень большой возраст, для человека, и, в общем и целом, это, на мой взгляд, не тот возраст, в котором можно как-то говорить, да, именно о маразме. Вот. Ну, на мой, по крайней мере, взгляд, да, вот, нет. Другое дело, что у вас же мамы, ну, вот, на самом деле, действительно, есть своя позиция. У вашей мамы на самом деле действительно есть своя, так скажем, точка, ну, своя точка зрения. У вашей мамы действительно есть своя такая система ценностей, которая, опять же, вам может не нравиться, которая, у которую вы можете, ну, как-то вот не одобрять, да, но она есть. И на мой взгляд, что здесь нужно делать в первую очередь, это смотреть, да, во-первых, туда, куда вы приходите. Это, ну, как бы вот, чья жилплощадь, да? То есть одно дело, если это жилплощадь, ну, ваша, да? Одно дело. Другое дело, если это жилплощадь вашей мамы. То есть ваша мама, она, ну, в принципе, имеет право на своей жилплощади, она имеет право как бы жить так, как ей спокойно. Она имеет право хотеть как бы спокойствия, она имеет право хотеть, чтобы вот ее не беспокоили. Вот, она на все это имеет право. Вам в данном случае, если ну вот так вот получилось, да, что вам не, ну, не нравится это, нужно или жить отдельно, или как-то вот, ну, с мамой договариваться. Вот. То есть именно здесь речь идет о том, чтобы договариваться с вашей мамой. Вот. Здесь речь идет именно о том, чтобы, ну, находить какие-то пути решения. Вот. Это первый аспект, и второй аспект — это то, что, в общем-то, наверное, объяснять, вот как бы вот, ну, именно объяснять вашей маме что-то, на мой взгляд, ну, не нужно, да? Потому что, как мне кажется, объясняет, ну, только человек, который вот в себе вот, в какой-то степени не уверен, да, ну, вот. То есть, ну, взрослый, как бы, человек, он просто делает то, что нужно, и все. А ваша мама, она реагирует на то, что вы делаете, так как она реагирует, на мой взгляд, именно по этой причине, по причине, по, при,
причине того, что вы на это реагируете. Вот. Понимаете, да? То есть она бы не реагировала, возможно. А если бы, ну, вы вот сами реагировали бы на это иначе, если бы вы сами на это реагировали бы ну, по-другому, да, если бы вы на это реагировали, ну, например, спокойнее, или бы вообще реагировали бы вы на это, скажем так, как бы так выразиться, если бы вы на это реагировали равнодушно, вот. То есть просто вот, ну вот, все равно вот ты говори, ты говори вот то, что хочешь, да, я буду все равно там, условно говоря, ну, делать то, что хочу. Вот. И это, как вот мне кажется, позиция взрослого человека, если вы считаете, что, ну, не делаете ничего там плохого, если вы считаете, что, ну, что все в порядке и так далее. Вот. Понимаете, да, какая штука здесь получается? А так вы, по сути, вот, просто как будто бы пытаетесь мамы, вот, ну, что называется, получить разрешение на то, чтобы жить своей жизнью. Вот. Для нее это, как бы, ну, показатель, для нее это демонстрация того, что вы в себе не уверены. Вот, для нее это демонстрация того, что вы нуждаетесь в ее разрешении. И отсюда ее такая реакция. То есть она, по сути, ну, чувствует вашу тревожность, чувствует какой-то ваш запрос. Вот. И дает обратную связь. Вот. А дает обратную связь, ну, в принципе, именно вот такую, которую вы ожидаете. Вот. Потому что она, в свою очередь, сама уверена в том, что, ну вот, что вам это нужно. Она, в свою очередь, уверена в том, что вам это необходимо. Она, в свою очередь, уверена в том, что вам нужна, ну, какая-то защита, что вам нужна какая-то помощь, что вам нужна, там, не знаю, какая-то, ну, поддержка, да, и так далее. Вот. А вам это все не нужно. Это, кстати, ну, это, кстати, абсолютно нормально, что вам это все не нужно. Вот. Но вопрос, вопрос здесь, как мне кажется, заключается именно в том, чтобы не объяснять маме, а просто вот демонстрировать как бы свою позицию и все. Вот. А вы пока что этого, к сожалению, не делаете. И здесь происходит, как мне кажется, как раз-таки очень серьезный затык. Вот. Ну, на мой взгляд, да, по крайней мере, вот это работает вот таким образом, на мой взгляд, это работает вот в таком ключе, вот. И, соответственно, да, к вам в этом, ну, к вам в этом смысле много сочувствия, конечно, к вам в этом смысле много понимания, но
С другой стороны, как бы, ну, маму в этом смысле вам исправить как бы не получится. Вот, потому что она уже вот как личность, да, она сформирована и, ну, вряд ли она будет меняться. Вот. Да и не должна она меняться. Потому что, ну, если она поменяется, да, то, ну, ей будет достаточно тяжело. Вот, в силу того, что вот придется там, ну, много чего менять в своей жизни. Вот. Я не думаю, что вы хотите для мамы чего-то плохого, негативного и так далее. Вот. Вот такая вот история в данном случае. Я могу вам, ну, могу вам сказать. И поэтому вы тратите сейчас, как мне кажется, свои силы вот несколько не туда. Да, то есть мне кажется, что вы тратите вот, ну, свои ресурсы немножечко, немножечко не в ту сторону, да, и вот немножечко не в том направлении. Вот. Вы, по сути, пытаетесь, как бы, ну, вот, переубедить, значит, человека. Вот, вы пытаетесь, ну, человека переделать, вот. Вы пытаетесь человека, ну, вот, в этом смысле перевоспитать, вот, а это, вообще-то говоря, ну, сделать бесполезно, вот, это бесполезно абсолютно делать, потому что человеку важно сохранять вот скажем так, вот свой, ну, определенный вот статус-кво, да, вот. Я бы вот так вам на самом деле ответил. Поэтому больше внимания здесь, больше внимания здесь постарайтесь обратить именно на то, что вы хотите, именно на то, как вам хочется больше, и больше внимания обратите на то, вот именно в чем нуждаетесь вы, ну, сам. А вот, чего хотите вы сами. И больше думайте о том, чтобы как-то вот, ну, в своей жизни жить, вот. А не мамой, не мамой, не маминой жизнью жить, как бы. Вот. Знаете, какая штука здесь? Потому что мама, она вот именно вот как-то, ну, старается, наверное, своей, ну, своей жизнью жить. А вам нужно жить своей. Вот. Я думаю, что такой ответ был бы здесь уместнее всего.
Естественно, если у вас есть, как бы вот, ну, чувства, да, ну, например, там, ну, допустим, если у вас есть какой-то негатив к маме, ну, к примеру, да, если у вас есть обиды на нее и так далее, то именно с этим, вот, ну, конкретно с этими вещами, конкретно с этими аспектами, вот, я бы предложил, конечно, поработать, потому что вас это волнует, да, вас это беспокоит, и, конечно, вы находитесь вот, ну, как бы, в этом состоянии, вот. И вам, естественно, тяжело. Вот. Я предложил бы вам с этим, ну, поработать. Если вы, конечно, этого хотите, да, ну, опять же, да. Пока вот так. Пока вот так, я думаю, можно ответить вам. Вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам сформировать базовые постулаты для психотерапии. Вот. Если вы, опять же, в этом заинтересованы. Ну, а я, в свою очередь, хочу пожелать вам всего самого доброго. Я, в свою очередь, хочу пожелать вам терпения, вот, хочу пожелать вам удачи, вот, и надеюсь, что ситуация будет успешно разрешена вами, так как вам хочется. Вот, конечно, с помощью психолога, да, это получилось бы быстрее, лучше и проще, но вот только, опять же, при таком условии, что вы хотите, ну, что вы хотите меня именно. Вот. Удачи вам! Всего самого доброго. Обращайтесь за помощью, не затягивайте, вам она, в смысле помощь, пригодится.